Hey, yo, guys, с вами Шимки, и да, мы наконец-то продолжаем Айзека. Почему наконец-то? Потому что у нас D6. Великая D6. Погнали на харде. Изик, изик. Величайший предмет. Так, короче, я вспомнил за D6. Вот вы помните, когда я ставил грипп, либо бримстон, что на первом месте? Бримстон на первом, а на втором у нас будет D6. Почему D6? Потому что оно реролит предметы. Дерьмо, нам книгу дали, семерочку. А так что, вот мы реролим, подбираем. И нам дают слепоту. Просто ма. Здравствуй, книга. Походу ты меня преследуешь, да? Окей. Свинья-копилка, хотя бы деньги. Но на самом деле мне свинья-копилка не нужна. И это не очень. Как так? Наша цель. Вы получить хороший предмет. Ну, золотунья. Эй, золотунья. 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 Так, здесь, по идее, должна быть секретка. Что по секреткам? По секреткам черви. Ты-ты-ты-ты-ты-ты. Секретка. Ясно. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. О, наконец-то, наконец-то. Чё там, Боб? Не, я взял его, конечно, ну, знаете, звуки бримстона мне не очень нравятся. Вражеские. А вот это я возьму, в принципе. Пфф. Почему бы нет? Кто-то против, чтобы стрелять глазами. Я лично нет. То, конечно, домогать все равно не очень, но... Я постоянно, понимаете, продолжаю играть, когда хоть какой-то предмет на дамаг. Ну, хотя бы на единицу, чтобы дамаг был, не меньше. Если нет, я реролю. Кто-то может сказать, так, ну это ж неинтересно, типа, каждый... Ты же будешь постоянно выигрывать с имбой в начале. Ну, в принципе, и да, и нет. Ведь предмет только дается в начале хороший. Ой, я тупанул, ладно. Я тупанул и взял батарейку. Теперь мне нужно искать по-быстрому комнату с боссом. Ну, как обычно, когда у меня уже D6 заполнено, и комната с боссом будет у нас в конце. Нифига тут бомб наставлено. Fuck. Fuck up. Man, why you didn't this? Так, ладно. Тушим мы с вами все это дело. Как обычно, монетка нам нихера не падает. Но оно и не удивительно. Блин, 3 выстрела. Урон довольно хороший у меня. Да, получи гвоздь в сраку. Блин, мне бы хп теперь найти. Ладно, еще не все потеряно. Это, так как это стимовская версия, я даже не знаю, ну, навряд ли что-то они еще добавляли и улучшали. Блять, ты меня тоже преследуешь, да? Давай, убей меня. У меня же, блядь, теперь... 2 сердца. Тихо. Получил D6 и все, пиздец начинается. В плане врагов, в плане босса. Да, мразь, которая второй раз появляется. Ну, ладно, этот хотя бы мы раз. Так, ты что-то без предупреждений начал мне стрелять.
О! Зачем ты молчи? О, ништяк. Так, Блэкхарт, 3 бомбы. Дерзап. Берем. Как раз восполнился. Так, сразу берем батареечку. В дальнейшем она нам пригодится. И погнали. Так, в шипастую мы не пойдем. Вижу хороший камень, но мне придется тратить два... Хотя не одну бомбу. Но мне шипы помешают. Ой-ой. Ой-ой, там хороший камень. Блин, а мне что-то этот камень, знаете, вот тот, не падал с камушком. Что придобавляет один дамаг. О, здорово. Выгодно. Да, терза поднялась, все отлично стало. И забег идет отлично. Все идет отлично. Только мне желательно побыстрее найти комнату. А, тихо. Возвращаемся наверх. Там может быть между золотая комната. Как и я говорил. И желательно выбить мне еще одну хилку. А не хилку, а этот. Так, не путать. Да ну зачем? Ну блин, ну вы чё, издеваетесь? Ради чего? Ради ключа, которого вы мне не дадите? А, монетка. Опять бомб. Нет. Ради такого я не собираюсь мучиться. Ля. Сейчас бы коснуться. Сейчас бы меня коснуть. Сейчас бы не давать монеты. Сердце дали. Ртичку дали. Так, мне нужно 5 зарядов. Один заряд. 3 заряда я точно получаю. Из 5. Так, походу я рерольнуть не смогу. Если только не повезет и таблетка не выпадет. О, карандаш, спасибо. Но мне все равно нужна будет еще одна комната. Она уменьшает нам на одну перезарядку. Мне нужна еще тогда одна комната, блин. О, черт. А хотя нет, нет, нормально, нормально. Я сейчас еще на боссе, да, буду. Поэтому, окей. То книги меня преследуют одни и те же. То комнаты преследуют одни и те же. Как раз у нас сейчас еще сделка с дьяволом будет. Я тогда в нее сначала зайду. Посмотрю, что там. А потом уже... Давай, 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 давай. Так, хорошо, ХП. Так, фу, довольно хорошая. Спектральный полет, спектралка. Давайте, ладно, будем рассчитывать на райскую комнату. ХП. ХП мне не нужна. Ну, ладно, ХП и полет. Отлично. Более-менее, ну, хотя бы на плюс одно как какое-то полезное свойство. Да, но урон что-то мне не радует. Хотя на самом деле 6 дамага. Он как-то не ощущается на врагах.
Может быть, если я сердце найду, то которое мне нужно, которое находится в ангельской комнате, тогда урон увеличится значительно и заметно. Так, 3 заряда. Пу-пу-пу-пу. Так, эти крестиком, да, взрываются, хорошо. Магаз. Ой, блядь. А, блин, как они бесят меня, вот это, блядь. Босс. Бля, нет, давайте золотую комнату. Мне нужно две вещи. Золотая комната. И чтоб открылась ангельская комната. Сначала я зайду в ангельскую комнату. Ну, я не буду брать предмет, если он там дерьмо. Если он на рерол идет у нас. Я не буду его брать. Однако, если там будет что-то хорошее... Я без сомнений возьму. Пиздец. Еще один летит. Они жесткие, вот эти хери. Пиздец. Почему два магазина? Либо я что-то не знаю, либо в одном будет библиотека у нас. Библиотека — это довольно круто. Книги меняем на полезные вещи. В скобочках может быть и не полезные. Но я выиграю в этой тогда ситуации. 5 ключей у меня как раз позволяет, чтобы обследовать все. Поэтому заходим сюда. И обнаружаем то, что я получил 2 урона по себе. Да, урона мне бы... помешал. Манай, тут еще предметы. Так... Поехали. Ой, дабл-дабл. Отлично. А, пока идеальный. Это 4-е место, которое я даю, потому что все атаки удваиваются. Я его уже получил? Нихера себе, как быстро. Ай, блядь, что, погнали на босса? У нас есть 2 варианта. Зареролить предмет, который находится на арене. И взять вот эти 2... Ну, книги я уже, конечно, не возьму. Либо, как вариант, я могу сейчас зайти к боссу. На изи его убить. Не тупануть, не прожать актив. Трусы, ладно, трусы возьмем. Повязку тоже возьмем, когда у нас не останется хп, нам дадут одно сердце синее. Ну погнали за батарейкой. Почему я говорю за батарейкой? Скорее всего, нам батарейка и выпадет. Сколько там? 3-4. А, у нас этот есть. Не нужна нам ваша батарейка. Давай, повези. Охуеть. То есть вы вот так, да, решили сделать? Наебать меня. Ломать все планы. Если мы меняем книги в библиотеке, они меняются на книги в библиотеке. Великолепно. Ладно, повязка. Если считать, что это один из святых предметов, я не думаю, что это плохо.
Пипец, у меня теперь тройной выстрел. Блин, мне бы еще одну монетку где-то найти. Я еще в магазин могу сходить. Либо сейчас я могу сходить. Рискнуть. Я же там чучело взорву, в принципе. И вот здесь вот идет риск, что либо выпадет монета, либо нет. Но я потрачу только зря ключ. Ладно, погнали. Firebears. Давайте, короче, заполню до конца этот. Монеты. Плевать, ладно, на языка нам с этим уже. Я очень сильно хочу это забрать. Уже 300 монет закинуть, задонатить. Я не помню, сколько нужно, 300 либо 500, чтобы повысить уровень нашего, так сказать, магазинчика. Бесполезный. Ой, монетку. Пойти попытаться ради монетки, чтоб не коснуться. А, нет, там я коснусь. Там. Пока закрыто. Мне тогда нужна карта на полет. Ебать! Вы издеваетесь? Они издеваются. Я вам говорю, они издеваются. Давай, смотри, как я свечусь. Так, батарейка. Шпастая комната. О, отлично. Так. Монетка. 10 бомб. Возьму. Как говорится, бомбы никогда не помешают. Особенно в моем случае. Так. Пу-пу-пу-пу. Ой-ой-ой, задуджил. Минус. Еще бомба. Так, это ж у нас КАФ 2, да, только. Так, все, минус сделка. Зашибись. Опять у нас два прохода. У меня один ключ. Два ключа. Давайте, ладно, после босса. Нормально. Шприц. Так, ну шприц, скорее всего, возьму ради спидов. Магазин. И повезло. Ладно, тогда у нас получается нижняя это библиотека, либо комната с цифрой. Так, нужно будет еще... Или не нужно? Ради сердца пойдем наверх? Я понял. Поспим, убьем его. Возвращаем ключик. Да, что-то я забыл про это. Так, давайте я, ладно, буду защищать до конца комнаты, потому что это не дело. У меня денег нету.
Бомба, ключ вот ключен, хорошо. Я его потрачу в следующий раз. Блин, ради монеты можно, в принципе, полезть, но... Такое. Это дело такое. На любителя. Монета, которую не достать. Фундучело. Монеты давай. Говно, монеты давай. Спасибо. Так, итого у нас уже с вами 5 монет. Нет, не 5. I'm Brosy. Что дает I'm Brosy? Я вот не помню. Не, серьезно, что дает I'm Brosy? Он даже ничего не сказал. Нормально. Скорость увеличили, нормально. Так, давайте сразу вниз. Так, вниз. Так, сундучок. Готово. Нужно хотя бы на один предмет собрать денег. Так, мы его еще не подбирали, поэтому подбираем. Этот предмет выпадает из слизистого. Замедляет врагов. Пожалуйста, можно не портить мне? Вот видите, он они замедлились и все. GG. И они нихуя не сделают. Потому что они дауны. А, у меня еще эти. Замедляет, кажется. Стрелы. Копья мои. Гвоздевые. Так, давайте, короче, юзать. Класс. Великолепно. Просто лучше. Главное не коцаться. Куда ты полетела, тварь? Ой, хороший камень. Очень хороший камень. Монетки. Я с уважением возьму эти монеты. Еще ключ. Что ключей много дают. Вот видите, от атаки я типа их заставляю оборачиваться, поэтому я могу их им еще нахерячивать. Блять, мне нужно ебучее сердце. Я сейчас просру просто 100% сделки. Просрать сделку — это как нихер сделать. Не. Невыгодно. Если там были бы это место вот этих каменных, я бы согласился. Пстец. Обошел всю эту, блядь, и никак не могу найти. Отлично. А магазин у нас где? Что я магазина не вижу? И главное то, что у нас его не было. А, вот оно. Вот и магазин. Вот у нас и дохера батареек. Понятное дело, что я возьму за дешевку. Сердце. Ладно. Идемте на босса. Вот, слизник. Слизник появился. Чел, я только что твоим собратом стал, слушай. Прикинь. Я твоим собратом стал.
А ты меня атакуешь. Как тебе не стыдно? О, Little Gift. Вот он выпал, видите? То же самое, в принципе, да? А нет, тихо, не то же самое. Блин, ладно, возьму. Потом все равно больше его брать никогда не буду. Потому что, а что? Мы уже его подобрали, и он у меня сохранился в библиотеке. Так, поехали. Дамаг у меня хороший, поэтому... Как я ненавижу эту херовины. Как я их ненавижу. Так, это сердце, оказывается, такое же охерительное, которое... Оу, поехали. Я буду знать, что это благодаря сердцу у меня такая имба. Шипы. Шипы. Шипы, шипы, шипы. Ой, фух, он не успел. Так, магазин, золотую комнату, блес. Блес РНГ. Блес РНГ, блес РНГ, блес, блес, блес РНГ. Похуй. Меня все равно эти атаковали, костры. Ключик. Хотя... Да, только с одного выпало сердце. И так сойдет, ладно. Сука. Так, next. Поехали. Туалетом. Ох. Просто великолепно. Просто великолепно, плюс магазин. Ну, вещи, конечно, да. Желали лучшего бы. Чё, блядь? А, заводная херь нападает автоматом. Окей. Rose bombs. Fight. Ха-ха-хай. Погнали вниз. Так, раз батарейка у нас есть. Два батарейку мы пойдем сейчас купим. Две батарейки, две батарейки. Великолепно, великолепно, великолепно.
риск. А, не хочу. У нас там же еще авто. А, автоматов уже не будет. Только с карты, возможно. Да и все, в принципе. И в игровой комнате, может быть. Все. Готово. Просто ради бомбы, чтобы взять еще плюс карту. А, так я на своей же ускоряюсь. Плюс монетки. Плюс добрая аура. Отлично, нам идти только в ад. Если будет вариант. Релол, релол. Лол, просто л... Ай, бля, я тупанул. Ребята, я тупанул. Я мог... Похуй, уже похуй. Уже поздно. Я мог бы взять фотографию, ребята. И зареролить ее. И мне дался бы предмет. Но я тупанул и все, полетел по пизде. Потому что я могу. Могу. Но хороших камней не вижу. Зато я вижу, как меня хуярят. Жестоко хуярят. Буду правдив. Это кокулька. Блям. Блям. Пипец, я нуб. Просто дамажусь, бегаю. Это потому что я задизморалился, когда лоханулся. Погнали. Это второй только шприц. Хила. Пойдемте за батарейкой. Бля, ну это, бля, обидно, сука, я тупанул. Чё я забыл эту херь? То, что я могу реролить. Так, теперь нам нужно в адские комнаты, если что, идти. Чара инвизне. Просто сучка инвиз. О, нихера себе. Ну извини, у меня же. Хотя просто забрать нужно. Да ну блин. Ты раз. Раз. Нужно новые вещи сразу брать. Чтобы были как активные.
Ноль хороших камней, ноль полезностей. Ау. Райская комната. Это сейчас лучший вариант, потому что у меня одно только синее сердце. Мы отправляемся в ад, потому что нам только туда и нужно. Нам нужно два раза выиграть в аду. Килл, да? Шелл. Ну, чистилище, ладно. И чтобы мы что... Правильно. Получили две фотографии, потом ходили в сундук. Больше возможностей будет у нас. Вот здесь, видите, ну, типа проценты убираются. По идее, адская комната. В принципе, райской тоже так же. Но здесь просто больше этих взрывных врагов. Допустим, тот же червь взрывной, тот же вот этот огромный какой-то червь взрывной. Здесь в основном скелеты черные вот эти ходят. Взрывные. В магазин, что ли? Нихера себе. D6. О, нет, зуб дали, прикиньте. Оказывается, нет, оказывается, еще что-то дают. Кроме книжек. Так, наверх. Наверх. Оп. Дамаг. Дэд. Готово. Сердце и не нужно. Но понимаете, вот этот череп был модифицирован тем, что он взрывается. То есть зачем модифицировать такого врага, который и так взрывается? Ой, больно. По идее, он должен был лазером пульнуть. Так, первая фаза готова. Готово. Так, GG. Так, еще нам остается последний раз с вами выиграть, и все будет окей, поэтому следующий будет у нас тоже Айзек. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока!